Президенты Беларуси и Израиля провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и направление их развития, а также комплекс гуманитарных вопросов. Александр Лукашенко и Ицхак Герцог затронули личные вопросы. Главы государств обговорили график возможных контактов, учитывая пандемийное время. В Беларуси начали вакцинировать детей против COVID-19 китайским препаратом Верасел. Медики рекомендуют делать антиковидный укол с 12 до 17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо дать письменное согласие. В случае, если ребенок переболел коронавирусом, прививать его разрешено не ранее, чем через 6 месяцев и при отсутствии противопоказаний. ГАИ призывает выбирать безопасные склоны для катания на санках и тюбингах. Следует обратить внимание, чтобы съезд не выходил на проезжую часть. Желательно выбирать горки, расположенные на закрытых для транспорта территориях, школьных дворах, парках, стадионах. Кроме того, необходимо постоянно беседовать с детьми и напоминать о простых правилах поведения на улицах и возле дороги. С 1 января Белтелеком повысит тарифы на услуги. В среднем цены на интернет увеличатся на 4%. Стоимость международных телефонных соединений, услуг электросвязи и телевидения вырастет в пределах 5%. Компания анонсировала повышение еще в октябре. У белорусских школьников начались зимние каникулы. Они продлятся до 9 января. Учащиеся смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания. Их посетят порядка 60 тысяч человек. Особое внимание специалисты уделят безопасности. Детям настоятельно рекомендуется не использовать наушники при переходе дорог, а также носить фликеры.